Да, ребята, это та самая игра, которую мы с вами уже прошли. Сюжетку полностью, да? Это метро Last Light. Вы скажете, а зачем ты сюда зашел? Да, ну, те, кто не знают, здесь есть у нас с вами DLC. Я так понял, что DLC-то у нас здесь с вами вот эти. Вот не DLC-шки, их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять DLC-шек. Давайте-ка мы их пройдем и посмотрим дополнительную инфу какую-то, да, дополнительный сюжет, скажем так, мини-сюжет, если так можно, конечно, называть. Поэтому, Саш, поудобнее, давай, блядь, друзья, Короче, если ты не видел прошлой серии, слишком сильно хочется вверх на прохождение двух частей метро, метро 2300 Редукс и метро Last Light. Полное прохождение, а ну ссылочка в описании, она находится на плейлисте. Вот, и пасхалочка справа сверху, там вот такой сказать знак будет в белом кругу, либо ниже, чуть ниже описания спускаешься, там будут подсказочки, те же самые, да. Будут прикреплены прошлой серии, да, ну, финал, грубо говоря, по этой игре, и два плейлиста, метро 2403 Redux и метро Last Light с полным прохождением. Вот, а мы с тобой, собственно, начинаем. Поэтому, Саш, подумай, на этом близко обязательно. Приятный аппетит лучше, приятно чипитиков пяти или воды, приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить. Продолжаем. А мы с вами начинаем проходить DLC. Дополнительный контакт, грубо говоря. О, привет! Так, мы с тобой здесь можем выбрать обычный режим, советуем играть в метро Last Light в первый раз, и мы советуем играть обычный режим. В режиме интерфейс пускай включены, а боеприпасов будет обычно достаточно, чтобы не особенно беспокоиться об их экономии. И режим рейнджера в этом режиме, бывалые игроки могут ограничить доступный интерфейс и подсказок. Бои смертельно опасны, количество всех грузов чрезвычайно жестко ограничено. Настоятельно рекомендую здесь отскакивать. Ну, обычный режим выберем, мы с тобой, и что мы Last Light... И вроде 2403 Redux, эти две игры полностью именно оригинальный сюжет прошел на максимально возможной сложности. Поэтому DLC-шку, я думаю, давайте просто посмотрим, что это, да, просто кайфанем, чтобы, ну. Конечно, наверное, режим рейнджера будет интереснее, да, но я просто хочу именно насладиться именно дополнительным контентом, да, посмотреть, что же там они добавили еще. Я думаю, это будет правильно, да, потому что обычную сюжетку, ну, полностью оригинальную сюжетку мы прошли в режиме рейнджера с вами, реально, в режиме рейнджера. Вот, поэтому обычный режим выбираем. О, норм хардкор. Регламент для особо опытных игроков, когда столкновение с противником представляет собой чрезвычайнейший вызов. Боеприпасы и другие сюжеты в темном канале, впрочем, никто не обещал, что будет легко. Нормально, давай нормально, выберем. Да-да-да. Рейх не потерпит посягательств на наши права! Поехали! Так, давай. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. Ну вот! Что это, блядь? Что это за хуйня? Так, я хотел просто сместить эту. Бля, вышел зачем, блядь? Что это происходит вообще? Просто хотел чуть ниже сделать вебку-то, чтобы вам было видно, да, что там. Да как, ну ладно, сделаем вот так вот. Да. Так. Рейх не потерпит посягательств так. На наши права. Пришла пора готовиться к великой войне. Это будет... Последняя война! И она станет триумфом нашей расы! Стальной кулак легиона Фрейха уже занесен для удара! И если шакалы не отдадут нам D6 сами, мы возьмем его силой! Слава Рейху! Осуждаем. Глава называется «Тяжелая пехота». Погнали смотреть. Поехали! О, пошло! Теперь а, держись, Гарри! Повези! Я верю, наконец! Ох ты, что мое, сколько их! Вали не людей! Если прижмут ворота, открыто! Не подпускай их! К вагону их прижимай! К вагону нам и Yeah.
Бля, чё у них красные глаза, блядь, что это такое? Телевизор. Смотри. А, вообще все равно, да? Понял. Бля, мужики, может вы тоже будете помогать или что, блядь, не пойму. Блядь, просто что, пострелять нам дали или что? Для чего я нам это добавил? Где патрон? Где патрон? Где патрон? Патрик, где, ёпта? Ух ты, рельса. Всего раз я её видел, на кузне взяли. Конечно, подзаряжать. Заряд она после выстрела не сразу набирает. В общем, по огневой мощи твоя ганс-перечница. Ой-ой-ой-ой-ой. Но броню рельса прошибает куда лучше. Мама, это в противоположную сторону, что ли, играем? Правильно понимаю? Получайте, падлы краснопузые! Ну ты даешь, прямо в парке! Бать, тут жестко, слышь? Не высовывайся! Ниже! Ниже, голову, ниже! Ебать, где, блядь? Ебать, есть вообще. Здесь забей. Да, мы за противоположную сторону играем, да? Да, видимо, за противоположную сторону играем. А, блядь! Чёрт, ганс, прикрой, как из шланга поливаю! Блядь, серьёзно? Пиздец, даже на бы, понимаете, на нормальном уровне здесь пиздец тяжело. Поехали. Еще красная сволочь. Щиты, щиты несут. Получайте, падлы краснопузые. Черт, ганс,
И что за хуйня-то, бля? Не понял прикола, ну ладно. Да уйди ты, бля, ёпта. Прикрой меня! Блять, ну можно? Да это кончено или что? Ты будешь работать или что, блядь? Баурот просто, блядь, что здесь творится? Раз ты по тяжелым пушкам спец, тебе должно понравиться. На крайний случай, я-то сам лучше с автоматом. Не высадывайся, пулемет! Бля, там слепит, слепит, смотри. Блядь, алло, а что у меня? Заебись. Ой, ебать здесь просто его. Блять, ты будешь... А что он не стреляет-то, блять? Сука, почему он не стреляет, не пойму. Даже им проще управлять. Да что происходит, вообще непонятно, да? Блять, да иди ты в пизду, ёпта. Человек, человек, волк, будто в горке тяжелого пулемета. Ну ладно. Чертям!
А, блядь. Блять, а я с пулемета. А я с пулемета хуярю, нормально. Сдохни, падаль! Блять, это вообще жесть, забейте. Что происходит, блять? Давай, давай, сюда. Бля, вы, может, его все, блядь, уже кончится, бля, не пойму. Во славу Рейха, пройти уровень тяжелый, что, блядь? Да. Да, мы, короче, за сторону Рейха, да, проходили сейчас? За другую сторону проходили, грубо говоря, сейчас. Да. Жесть, конечно, жесть. Слава Рейху! Слава! 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 Типа альтернативно реально, что было бы, если они выиграли? Ну ладно, это мы с тобой прошли. Интересно, интересно, очень интересно. Ну очень интересно, не, реально очень интересно, очень интересно. Поехали. Кшатри. Группировка «Полис», «Великая библиотека», задача выбраться на поверхность, забраться, избрать как можно больше книг, содержащих знания старого мира. Давай так же нормально. Давай. Свершилось. Я доказал, что достоин стать одним из кшатриев «Полиса». Достоин великой миссии, поиска реликвий прошлого, необходимых нам, чтобы сохранить знания и культуру старого мира. Меня приписали к группе, ведущей поиски в окрестностях «Великой библиотеки». Одном из самых опасных, но в то же время и самых интересных районов разрушенной Москвы. Великая библиотека называется глава. Это кто вообще говорит? Я не Артём. Ну, здорово, сталкер. Теперь сталкер. Будем вместе работать. Сталкер. Значит так. Расклад у нас простой. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Я Кузьмич, на мне вся матчасть. Оружие, снаряжение, все это будешь брать у меня. Вон тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Оценивает все, что притащишь с поверхности. И отстегивает патроны. Есть еще близнецы. Ну, с ними ты сам познакомишься. Теперь о главном. Оружие, снаряжение, фильтры. Все это придется покупать. Че смотришь? Думал, у меня тут богадельня? На всех не напасешься. Ну, приобщайся. Фильтры, маска, аптечки и пушки. Привет, привет и еще раз привет. Я шаман. Здорово. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы и выдаю соответствующие вознаграждения. Ты, вероятно, как и все молодые сталкеры, питаешь надежды обнаружить настоящие реликвии, наподобие легендарной карты секретного метро, но
Боюсь, придется тебя разочаровать. Вот список предметов, которые рекомендуется подбирать в первую очередь. Топливо, книги, произведения искусства и всякие полезные вещи. Детские игрушки, компьютерные запчасти. Ничего особенного, честно говоря. Ну что ж, что искать, ты знаешь. Искренне желаю счастливого пути и скорейшего возвращения. Ах да, и лампочки не забудь. Ух ты, новичок. Привет, меня Бар зовут. А меня Су, привет. Тебя, значит, в нашу смену загнали? Ну, ясно его. Гришу же сожрали. Ну, раз сюда, так, можем сюда дать пару советов. Да, даже три. Три правила выживания. Точно. Первое правило. Оно же главное. Фильтров на поверхности не найдешь, не надейся. Так что сколько с собой фильтров взял, столько и проживешь. Всегда запасайся так, чтобы на обратный путь хватило. И с запасом. Второе. Шлюз ведет в канализацию. Из нее можно подняться на поверхность в разные части библиотеки. Пока только в одну. Но поиск других выходов – это как раз одна из твоих задач. Точно. Так на чем это я… А, ну так вот. Тоннели мы пока особо не изучали, так что ты там смотри по сторонам и запоминай входы-выходы. Ну и третье. Видишь, на столе у шлюза коробка с лампами. Бери с собой. Питание мы там восстановили, а вот лампы заменить руки не дошли. Так что ты, брат, как идти будешь, вкручивай по дороге лампы. И ориентироваться будет проще и уютнее маленько. Домашняя обстановка, все дела. Ну и не забывай пополнять запас ламп, когда будешь на базе. Ну, удачи. Пока. Ты прикинь. Это мы вообще за кого играем? Какой-то сталкер. Я понял, что за кого-то сталкера мы играем. А это, видишь, нельзя тронуть. Мы явно не за Артема играем, 100% не за Артема, за кого-то другого мужика играем, кого-то другого персонажа вообще играем. Ну погнали, чё. Привет, он Су. Привет, он Бар. Здорово, здорово, уже здоровались. Да, за кого-то другого мужика мы играем, ну ладно. Не забывайте покупать фильтр патронной аптечки. Несите не более 5 предметов. Защитный костюм позволяет ходить на радиоактивным местам. Чтобы найти короткий путь на базу. С каждым купленным фильтром их цена повышается, так что не покупайте слишком много. Дайте новые зажигательные патроны для дробовиков. Повредили маску, вы всегда сможете заменить ее на базе. Найденные предметы отображаются в блокноте. Вперед. Что не вы посидите на станции. Так, это мы с тобой взяли лампочки. Поехали, чё? Поехали. Так, раз путь есть и два путь, да? Ну, наверное, поэтому чё? Говорится, налево мы не ходим, только направо. А почему у меня... Что происходит? Так. Здесь... Ну, здесь он сказал, они сказали, что здесь вообще ничего не будет, поэтому... Подожди, здесь есть вход еще вот здесь. Вот. Он закрытый. А он там. О, вот тут что-то есть. Сюда можем еще прийти. Странная тема, ну ладно.
Так, значит, нам вообще не сюда, да, идти? А вон туда. Или нет? А, нам вообще туда назад идти. Ладно. Я думал, это какой-то другой путь. Типа, они сказали, что... А, они сказали, что только один путь, точно. Что мы? Что мы сейчас? Что нашли? Дневник. Чё мы нашли сейчас с тобой? Чё ты нашли? Чё мы с тобой нашли? Игрушку нашли с тобой. Ну ладно. Игрушку нашли с тобой. Короче, мы сейчас должны искать предметы, так понимаю, да? И за них мы будем получать какие-то патроны. Патроны вот эти. Ой, блядь, ты что? Ебать, мразота, иди отсюда. Бля, пизда мне, да? Правильно понимаю? Пиздуйте отсюда, ребята. Пиздец, что это, блядь. А мы назад на базу не сможем, да, вернуться сейчас? Нет. Что сейчас было-то, прикинь? Позакрывали, блять. Ну ладно, погнали наверх. А, мы типа тут собираем просто, ходим. Я прям их слышу даже, слышишь? Интересно вообще, что, а для чего это, типа, нам показали, для чего нам это дали? Освещение. На улицу, подожди. Закон. Надо, чтобы вернуться, типа, назад. Ой. Ой, бля.
Интересно, ты поставок, кстати, еще. Да иди ты нахуй. Мужики, помогайте. Смотри, можем с них что-то собирать еще. Спасибо за помощь. За нами должен быть. Погнали. Смотри, я с них что-то собираю. Какие-то. А, вот эти патроны с них можно лутать. Это типа выживалки или что, или что? Не пойму. Давай быстрее. Привет, привет и еще раз привет. С радостью полюбуюсь результатами экспедиции. Так, так, так. Ну что ж, ничего особенного, честно говоря. Так, так, так. Дети оценят. Красота! Неплохо, неплохо. Держи. Пять можно. Кстати, да? Об экспедициях. Между выходами на поверхность рекомендую хорошенько отдохнуть. Это значительно повысит твои шансы на выживание. Чего? Ебать, смотри, сука, здесь. У, бензин, телефон. Вязка книг, часы, детали оружия. Детали оружия, очки, велосипед, иконы, инструмент, плакат, чемодан, лекарств, рисунки, кукла, тарелка, модель кристалла, заметки ученого, шлем сварщика, балалайки, светофор, научный труд, терминал, запчасти, динамик, карта метро 2. Вот это все надо найти, прикинь. Доброй охоты. Ты вообще жесть. Ну, молодец. С почином. Так, сдавай, что принес, и ко мне. Продам тебе фильтры и патроны. Драться с библиотекарем без такой брони, считай, без шансов. Местами на поверхности радиация такая, что без этого костюма и соваться нечего. Никаких фильтров не хватит. Фильтры дорогие, но без них на поверхности никак, так что... Ну, по рукам. Граната ЙОШ. Обычно кустарная граната снабжена проволочными крючками, крючьями, которыми она может прочно прицепиться к цели и не расставаться с ней до самого взрыва. Сейчас вернемся. Полезная штука. Идет. Снаряга нужна. Тот, который у меня был. Бля, не, хотя я бы его оставил пока что. И место вот этой хуйни бы взял. На самом деле, вот это бы взял. 60 патронов предоплатить. Ну ладно. А тюнинг можем конечно? Не, давай пока тюнингом. Интересно. Нам нужен, короче, значит, костюм понижает расход фильтров и запас радиации. Типа запас радиации. Чё? А, защитный костюм прям понижает расход фильтров, заданных радиации. И здесь тяжело брать, защищает от механических проблем. Вот это надо брать, вот эту. Трэш. Давай Патрики возьмем с тобой. Как тут сохраниться, кстати, самое интересное. Куда? Кто мы вышли? Это сохранение типа идет? А, это сохранение, все. Все, я понял. Так, ну а мы на этом закончится Рику, пройдем в следующую серию. Я думаю, тут на серии 2-3, наверное, будет. С этим, блядь, ну,
всеми предметами, поэтому посмотрим, что за это получишь. Поэтому, Саш, у Саши, поэтому спасибо за просмотр, Гасилик и Блав. В принципе, все, такие DLC-шки. Но это, я думаю, будем дольше проходить. Но давайте, почему бы нет. В общем, сейчас посмотрим, увидимся в следующей серии. Давайте.